Всем доброго времени суток, вы на канале Device. На полках магазинов в последнее время все чаще стали появляться 4К-мониторы, постепенно разбавляя ряды устройств с привычными Full HD экранами. При этом модели с 4К-форматом существенно подешевели и стали набирать все большую популярность, что неудивительно, ведь ежедневно появляется огромное количество контента в 4К-разрешении. Именно поэтому сегодня я подготовил для вас топ-8 лучших 4К-мониторов текущего года. Актуальную стоимость всех рассмотренных мониторов вы можете узнать в описании к видео. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры и сравнения. А мы начинаем. Philips 276i8 VJSB отличается демократичной стоимостью и предоставляет пользователю по-настоящему качественное 4К изображение. Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, и этого вполне достаточно для выполнения любых задач, которые ставит перед собой большинство пользователей. Данный монитор можно спокойно использовать для игр, чтения книг или работы с документами. При этом вы получаете действительно четкое изображение, которое значительно отличается от картинки на Full HD экране. Монитор имеет частоту обновления кадров 60 Гц, стандартную контрастность и высокую яркость, поэтому при любом уровне освещения вы будете работать с отличной картинкой. Что касается внешнего вида, хочется отметить минималистичные рамки дисплея, тонкую, но прочную ножку, небольшую подставку, которая занимает совсем немного места на столе и при этом обеспечивает конструкции хорошую устойчивость. Корпус темно-серого цвета выглядит стильно и привлекательно. Данная модель от Philips — это действительно отличное решение для людей, которые давно смотрели в сторону мониторов 4К формата, но не решались на покупку из-за их завышенной стоимости. Теперь даже обычный пользователь имеет возможность дополнить свою ПК-сборку современным решением и не переживать о количестве элементов на экране, а также о сохранности своего зрения. Следующая модель от компании Samsung. Она отличается узкими рамками, стильным дизайном и высоким разрешением, которое обеспечит вам максимально детализированное изображение. Изделие имеет минималистичный, элегантный дизайн и высокую функциональность. Экран создан на основе IPS-матрицы, он отличается реалистичным воспроизведением цветов и широкими углами обзора. Благодаря малому времени отклика, которое составляет всего 4 миллисекунды, он прекрасно подходит для игр с динамичным геймплеем. Функция AMD FreeSync обеспечивает более плавную смену кадров. Монитор получил сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий соответствие изделия стандарту iComfort 2.0. Другими словами, этот экран обеспечит вам комфортные условия просмотра и защитит ваши глаза от повышенной нагрузки. Отмечу также наличие многозадачного режима, который способен существенно увеличить продуктивность вашей работы. Он будет полезен, например, при монтаже видео или редактировании фотоснимков. Благодаря функции PBP вы сможете разместить два изображения рядом, разделив экран на две части. А опция PIP или картинка в картинке позволит работать с несколькими приложениями, одновременно используя многооконный режим. Сейчас на рынке появился довольно большой выбор 4К-мониторов для геймеров и пользователей, профессионально работающих, например, с графикой. С другой стороны, есть много людей, которым монитор нужен просто для просмотра фильмов, прохождения несложных игр, общения в соцсетях или работы с текстом. Тратиться на дорогой игровой монитор для таких пользователей совершенно нет смысла, ведь их запросы смогут удовлетворить более простые и дешевые модели, например, LG 27UL500. Монитор имеет стильный дизайн без лишних элементов и декоративных деталей. Подставка выполнена в традиционной для LG C-образной форме и не занимает на столе много места. Диагональ дисплея данной модели составляет 27 дюймов, что более чем достаточно для просмотра фильмов и комфортного выполнения любых повседневных задач. IPS-матрица имеет отличную цветопередачу и широкие углы обзора. Панель имеет поддержку технологии HDR10, благодаря которой при просмотре темных фрагментов видео вы получите гораздо более контрастное и четкое изображение. Разница особенно заметна при просмотре фильмов с высоким разрешением. В остальном экран имеет вполне стандартные параметры для неигрового монитора. Данная модель смотрится крайне интересно, имеет адекватную стоимость, широкий функционал и в целом является отличным решением на каждый день.
AOC U2790PQ, U27-дюймовый 4К-монитор с аккуратным сдержанным дизайном, узкими рамками, функциональной подставкой, равномерной подсветкой и хорошей цветопередачей. Учитывая стоимость и функционал, данная модель будет хорошим вариантом для офиса или дома. Впрочем, для работы с профессиональным софтом эта панель также подойдет. Она имеет частоту обновления 60 Гц и демонстрирует достойное изображение, позволяющее комфортно себя чувствовать при выполнении сложных рабочих задач. Данный монитор нельзя отнести к серии игровых устройств. У него недостаточно высокая частота обновления и отсутствуют специальные игровые программные улучшения. Все же непрофессиональные игроки не почувствуют особых проблем с геймплеем и смогут в полной мере насладиться естественной цветопередачей и качественным изображением, которого будет вполне достаточно для большинства современных игр. Данная модель от AOC — это отличный выбор для пользователей, которые не гонятся за модными наворотами и технологиями, а просто хотят получить правильное, красочное и четкое изображение. Напоминаю, что все актуальные цены на все представленные в видео мониторы можно узнать, пройдя по ссылкам, которые я для вас оставил в описании. А у нас на очереди еще один 4К-монитор от компании Samsung. За основу корейцы взяли предыдущую модель, в целом сохранив ее внешний вид, усовершенствовали подставку, эргономику, систему укладки кабелей, увеличили стандартный диапазон яркости и немного обновили заводские настройки. Одним из главных достоинств монитора является VA-матрица с яркостью 270 кандел на квадратный метр, которой вполне достаточно, чтобы комфортно работать и при ярком освещении, и в темноте. Также отмечу внушительную статическую и динамическую контрастность, что делает черный цвет действительно черным. Благодаря широким углам обзора картинка сохраняет свою цветовую температуру и оттенки при взгляде на монитор практически с любого положения. Отмечу высокое разрешение экрана и его диагональ, составляющую целых 31,5 дюйма. Еще одним ключевым достоинством данной панели является поддержка AMD FreeSync. Эта технология устраняет разрывы изображения, возникающие во время игры. В отличие от стандартной вертикальной синхронизации, она не нагружает видеокарту и не влияет на такой важный для геймплея параметр, как время отклика. Данный монитор от Samsung является отличной, сравнительно недорогой моделью с большим функционалом, которого вполне хватает и для бытовых задач, и для комфортного гейминга. LG 27UL650 – монитор с приятным дизайном, качественным 27-дюймовым IPS-дисплеем и хорошей эргономикой. Он имеет отлично откалиброванные заводские настройки, особенно если сравнивать его с предшественниками. Из достоинств этой панели могу выделить качественную сборку изделия, наличие современных портов для подключения, эргономичную подставку, большую диагональ, высокое разрешение, встроенную технологию адаптивной синхронизации FreeSync, широкий диапазон регулировки яркости подсветки, ветки при стабильно высокой контрастности, множество предустановленных режимов, позволяющих владельцу настроить картинку на свой вкус, поддержку HDR10, хорошие углы обзора, отличную заводскую настройку по балансу серого и гамма-кривым, достойную скорость матрицы, составляющую 60 Гц, адекватную настройку Overdrive. Дисплей отличается высокой детализацией изображения с отличной проработкой мелких деталей и хорошей равномерностью подсветки. Также стоит отметить экранное управление монитора, а именно функцию On-Screen Control, предоставляющую пользователю возможность изменять основные настройки через удобное окно быстрого доступа. Компания BenQ регулярно радует своих поклонников большим количеством разнообразных моделей, не забывая при этом про два главных принципа, которых она всегда придерживалась, создавая новую линейку на базе IPS-матриц, а именно наличие максимально правильной цветопередачи, что достигается благодаря тщательной заводской настройке и снижении нагрузки на глаза пользователя благодаря использованию комплекса соответствующих технологий. Монитор BenQ PD2700U также не стал исключением. Он оснащен IPS матрицей производства LG Display с 27-дюймовой панелью, рабочим разрешением 3840 на 2160 пикселей, соотношением сторон 16 к 9, а также итоговой плотностью пикселей 163 ppi, благодаря чему дисплей демонстрирует высокую четкость и насыщенность картинки. Из основных достоинств данной модели можно выделить строгий безрамочный дизайн, отличную сборку, наличие VESA крепления, поддержку режима HDR10,
получить удобную систему управления, встроенную акустическую систему, датчик регулировки яркости, комфортный режим sRGB, высокую стабильность оттенков серого, широкий диапазон яркости и высокий коэффициент контрастности. Словом, этот дисплей в своем ценовом сегменте является одним из лучших на рынке благодаря тщательной заводской настройке, широкому функционалу, а также отличному соотношению цены и качества. Компания Dell в очередной раз выпустила продукт, соответствующий практически всем запросам потребителей, отдающих предпочтение современным мониторам с поддержкой последних цветовых стандартов. Модель EU2720Q создана исключительно для таких пользователей и вряд ли подойдет людям, которым просто нужен 27-дюймовый 4К-монитор со стандартным функционалом. Данный дисплей из линейки UltraSharp по всем параметрам оправдывает возложенные на него ожидания. Радует качественная заводская калибровка режима sRGB, широкий диапазон настройки яркости, высокий коэффициент контрастности и равномерная подсветка, что особенно важно для мониторов этого класса. Из основных достоинств монитора могу выделить строгий и практически полностью безрамочный дизайн, полный набор современных разъемов для подключения, включая USB Type-C, высокую точность цветопередачи с заводской калибровкой в режиме sRGB, высокую стабильность цветовой температуры, отличные углы обзора, высокую равномерность подсветки по уровням цветовой температуры, отсутствие кросс-хатчинг эффекта. Из недостатков рассматриваемой IPS-матрицы можно выделить разве что glow-эффект, который, впрочем, свойственен и всем конкурентам данной модели, а также высокую стоимость монитора. Словом, если вы любите все самое современное и желаете приобрести 4К-панель на долгие годы вперед, то данная модель от компании Dell — это ваш выбор. Хотелось бы узнать, какой монитор идеально подошел бы для вашей ПК-сборки. Как думаете, стоит ли приобретать 4К-панели или для комфортной работы вам хватает Full HD монитора? Пишите свои мысли, буду рад любым комментариям. Что ж, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. С вами был канал Device. Пока!